Это сегодня купил ингредиенты для приготовления салата. Консервированная кукуруза стоит 25 центов. Буряк 39 центов упаковка. Консерва 49 центов. Салака. И грибы 85 центов. Готовлю сейчас салат шуба. Но селедки не оказалось, на дно положил вместо селедки салаку. Потом добавил еще грибы, пожарил. И сверху буряком. Сейчас еще и кукурузу добавлю еще. Там еще на дне кукуруза есть, еще второй слой кукурузы потом будет. И потом еще слой буряка. И салат будет готовый. И сверху майонеза. Салат получился очень вкусный, пропекался. Правда, вместо тут селедки сардина. Потому что селедки в магазине не было. Добавлены еще грибы. Очень гармоничный вкус, очень хорошо получился салат.